В Химкинской картинной галерее прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Музей и коллекционер». Приурочили встречу к 110-летию основателя Сергея Горшина. Около 20 искусствоведов столицы и Подмосковья приехали в Химки, чтобы обсудить взаимодействие музеев и коллекционеров. Александр Беглов – заслуженный художник Российской Федерации. Больше 20 лет возглавляет художественную галерею в Щелково. Столько же дружит с коллегами из Химок. За эти годы делился не только профессиональным опытом, но и своими работами. Музей Горшина – один из ведущих музеев Московской области. Он известен в России. И я думаю, что многие художники за честь рады приглашению выставиться здесь, выставить свою работу, показать свое творчество. Такая встреча в Химках проходит впервые. У нас не так много возможностей следить друг за другом. Мы слишком погружены в музей. Это такое интровертное состояние, погружение в фонды, систематизация, анализ, публикации, популяризирование. Это погружение в себя. А поэтому, когда мы вот так встречаемся, просто смотрим друг на друга и просто смотрим, как в других музеях, что-то перенимаем. Участники конференции также оценили работы в картинной галерее. Здесь частная коллекция профессора Сергея Горшина, собранная из произведений Айвазовского, Маяковского, Поленова, Саврасова, Шишкина, Левитана и многих других классиков отечественной живописи. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.